Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии. 21 сентября, среда, 8 сентября по старому стилю. В этот день Церковь Святая чтит память преподобного Иоанна и Георгия, исповедников грузинских, иконы Софии Премудрости Божией, киевской чтимой иконы Рождества Пресвятой Богородицы, Свинской, Глинской, Лукиановской, Исаковской, икон Божьей Матери, Холмской, Курской коренной знамени, Почаевской, Лестнинской и Домницкой. Митрополит Никанор Клементьевский на Рождество Пресвятой Богородицы. «Сей день Господень, радуйтесь и люди!» Так воспевает ныне Святая Церковь, прославляя Рождество Пресвятой Богородицы. Есть дни, которые ознаменованы важными событиями христианской веры, освящены особенными милостями Божьими к человеку. Эти дни преимущественно называются днями Господними. Таков настоящий день. Ибо кто рождается ныне? Та жена, о которой еще в раю было возвещено, семи жены. Сотрет главу змея та дева, о которой предрек один из пророков. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Для чего рождается? Дабы быть матерью Сына Божия, матерью нашего Спасителя, кровь которого искупляет нас от греха, проклятия и вечной смерти, матерью всех верующих и первую ходатайцу о нашем спасении. Святая Дева Мария произошла на свет от престарелых родителей, была плодом молитвы и благочестия и произрастила в своей деятельности также молитву и благочестие. Плодом обета и произнесла сама обет девства, плодом смирения и преданности и сама такими же добродетелями прославила Бога. Плодом скорбей и страданий тем же самым была исполнена и жизнь ее. Неочевидным ли образом подтверждается та истина, что всякое древо добро творит плоды добры, и что аще корень свят той ветви? Евангелие от Матфея, 7 глава, 17 стих. Вот урок всем нам от настоящего торжества. Мать Божия, и мы все подобны Тебе, плоды каких-либо родительских добродетелей, молим Тебя, оживляй в нас благие семена росой милосердия Своего. Согревай теплотой любви Своей, простирай над ними свой благодатный покров, дабы не попалил их зной страстей и не исторгла бы буря скорбей и напастей. Будет с нами всегда и везде. Аминь. Митрополит Никанор Клементьевский. С праздником, дорогие друзья! Пресвятой Богородице, Рождества Пресвятой Богородицы, молитвами которой да спасет и помилует нас Господь.